Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 42-м уроке видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволит защитить ваш контент от копирования. То есть контент – это текст, картинки. Вы, например, сделали лендинг, написали свой уникальный текст, и вам не нужны дубликаты, вы не хотите, чтобы вас копировали картинки, текст, то есть это вот просто вот выделение текста, например, правой кнопкой мыши, да, и вот мы видим, что я могу скопировать этот текст. Также и картинки, если они, конечно, не заливка прямоугольника. И данный виджет, который мы рассмотрим, он запрещает вызов контекстного меню правой кнопкой мыши, вот этого меню. Мало того, он еще запрещает выделять вот так текст, то есть ничего нельзя будет сделать, ни выделить, ни скопировать данный контент. Но вы должны понимать одну вещь, то что этот виджет не будет на 100% защищать ваш контент. Так что вы должны понимать, то что 100% защиту виджет, ни один виджет вам не даст. Итак, переходим в программу Adobe Muse и давайте рассмотрим данный виджет. Итак, я виджет перебрасываю просто в свой сайт. И у нас виджет не имеет никаких тут настроек. Вы просто его перетаскиваете куда-нибудь на сайт, и все. И он будет работать. Вы видели то, что я сейчас на сайте мог выделять и вызывать контекстное меню. А сейчас я этого делать не могу. Вот предыдущий пример, смотрите, я выделяю, вызываю контекстное меню. И с виджетом я кликаю, я ничего не могу сделать. Правая кнопка мыши тоже отключена. Вот такой вот, можно сказать, полезный виджет. И давайте я вам покажу, как человек, который хочет скопировать ваш контент и знает, как это делать. Я сейчас перешел в браузер Mozilla Firefox. И обнаружилось такое, что не во всех браузерах действует данный виджет. Смотрите. Я был в браузере Opera, скорее всего, в Chrome тоже выделение, копирование отключено. А смотрите, в Mozilla Firefox преспокойненько я выделяю, но не работает контекстное меню. То есть не работает правая кнопка мыши, но работают горячие клавиши. Смотрите, Ctrl-C, открываю блокнот, вставить. Видите, то, что я выделил, курс построен, у меня скопировалось. Это один минус. И второе, у браузера Firefox есть такой популярный плагин Firebug. Если я его выберу, это плагин просмотра и правки кода, выделю здесь стрелку, выберу фрагмент текста, который меня интересует, кликну, и он у меня в коде отображается здесь, а отсюда уже я его могу преспокойненько скопировать. Я вам это все показываю, чтобы вы понимали всю ценность данного виджета, то, что он действительно он закрывает. Большинство людей понятия не имеют, как это делать. Многие даже не знают, что такое горячие клавиши, что Ctrl-C можно скопировать, Ctrl-V вставить. Они могут даже, если через Firefox зайти, вот так вот выделить захотят, а скопировать не смогут. Многие просто забьют на это и уйдут дальше. Так что все-таки какой-то процент от копирования данный виджет дает. Так что решайте сами для себя, нужен он вам или нет. Если нужен, ссылка под этим видео на мой сайт, перейдете на мой сайт и там скачаете этот виджет. А на этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. В
второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.